И снова здравствуйте, всем привет, ZBrush2019, и нашел именно по кадровке, именно под бокс, и давно у меня идея сидит вот сделать боксершу, да, женский персонаж, мужских у меня много, все спрашивают, почему женских не делают, они неинтересны, в принципе там все, как-то все одинаково, банально, неинтересно. За исключением, конечно, стилизованных персонажей женщин, там уже все поинтереснее. Там можно отойти от стандартных именно от анатомии, от пропорций. Опять же, спрашивайте, почему я не люблю реалистичных именно персонажей. Они мне просто неинтересны. Я их могу сделать, но в принципе там нет такого, чтобы разгуляться как каким-то деталям, перепады вот этих вот от анатомии, если отойти, глаза большие, нос маленький, там руки большие, такого там сделать в принципе нельзя и не надо бы. Итак, давайте еще сделаем персонажа именно женского, ладно, реалистичного. Хотел, конечно, делать стилизованного, но давайте реалистичного. И почему вот я их не делаю? Потому что смотрим, короче. Опять же, открываем какой-нибудь примитив. Все это дело мы вытягиваем. Я уже давно не делаю, именно, как сказать, не леплю с нуля тела. У меня очень много роликов, где я показываю, как все это сделать, и анатомически более-менее сделать, и стилизованное тело, да? Ну, тел уже валом, их много, и просто я не вижу, как... Не вижу смысла делать... С нуля лепить тела. Вот здесь есть тела мужские, женские, уже все, вот болванки, все заготовлено. Есть даже вот в этой папке, вот вы видите, что болванка. Просто нанести анатомию, и в принципе будет уже готовая женщина, да? Ну, мне это тоже не интересно. Я возьму, наверное, что? Покажу вам в этом ролике, как сделать именно стилизованного персонажа. Затратив меньше времени, уже ролик в принципе есть, я уже показывал, как будет в будущем создаваться 3D модель. Многое лепить уже не надо будет, уже будут заготовки более-менее наработанные. Итак, закрываем Lightbox, Lightbox, и открываю я опять же кисточку с болванками, которая у меня уже наработана. Так, находим, где они тут находятся. Кисти рук, тел, кому надо, опять же, я это все предлагаю, я отдаю, не жалко. И выбираем, ну, какое-нибудь женское тело, да, допустим, так, что это у нас, женщина? Нет, это мужик, Ctrl-Z. Так, подстилизованную, вот, ну, вот женщина есть, вот он. Если сейчас изменить и более-менее пропорции, сгладить, где-то подработать, руки изменить позу, в принципе, тело пойдет. За исключением, что как персонаж должен быть, как же это опять сказать, ну, индивидуален, да, и голову, да, я голову буду делать сам уже. Ну, опять же, не со сферы, не с болванки какой-то, но опять же, не со сферы я ее буду изначально делать. А буду уже менять с болванки, выберу какую-нибудь, вот даже взять вот эту голову, отделить, и ее можно переработать, сделать более другой. Так, это тело, в принципе, тоже я бракую. Это значит Ctrl-Z. И мне нужно тело именно с художественной программы, стилизованное. Так, вот тоже болванка, более-менее она уже подходит. Так, уже без головы. И вот все, в принципе, она готова. Это так.
Попробуем еще одну болванку какую-нибудь. Так, где она тут? Тын-тын-тын-тын-тын. Так, вот она. Это вот стилизованная болванка. Вот можно делать с нее уже мультяшного такого персонажа. И уже голова, в принципе, подходит. Чуть-чуть изменить, где-то глаза вставить, где-то поменять именно форму. Ну вот. Так. Вот давайте с нее и делать, короче. Так. Ctrl-W, вот эту сферу мы убираем, так, на стандартную кисть сразу. Вот так, Ctrl-Shift убираем, все по прошлым роликам, Sub-Tool, так, Geometry, делаем Del-Hidden, Modify Topology, Del-Hidden. Теперь ставим Flur, смотрим, как она тут у нас установилась. Мы включаем Gizmo, перекручиваем. И вот на боксерше на это я хочу еще пару экспериментов провести. Так, ось поймана. Теперь нужно персонажа выровнять именно. Так, вот сюда мы ее по-ровному ставим. Mira and Well. И давайте ее теперь переработаем. Руки в Т-позе, все, их уже трогать мы не будем. Единственное, что я хочу изменить, это именно вот эту вот ногу развернуть. Чуть-чуть поближе поставить ее. Так, вот таким вот образом, чтобы все было замазано. Ну, в принципе, не обязательно это все дело, опять же, будет перелепливаться. Нам нужно вот этот персонаж чисто как болванка. Вот так мы ее ставим. Так, чуть-чуть еще перекручиваем и чуть-чуть в бок отодвигаем, потому что будем потом, как сказать, вставлять кости, и чтобы нигде ничего не соприкасалось. Сразу Move Topology или Move Elastic. Но я советую Move Topology. И вот эту часть чуть-чуть подгинаем, чтобы здесь была как бы пустота. Здесь колено перегоняем, пальцы чуть-чуть припускаем. Делаем, ага, Ctrl-Z, ничего тут не поймано. Делаем, значит, вот таким вот образом. Еще раз вот этого персонажа перекручиваем. Так. Вот таким вот образом. Так, 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 так. И вот так его устанавливаем. Так. Mira and Well. Все. Вот теперь все поймано. Тело есть. Голова. Голова идет сразу далеко. Мы ее обрезаем за ненадобностью. Тут чуть-чуть вытягиваем. Так. Ctrl-Z. Делаем всему этому, значит, смотрим сетку и делаем Dynamesh, потому что будем сейчас лепить и побольше детализацию. Вот эта детализация пойдет. Потом все равно будем понижать это все дело. Так, руки, это все здесь будут перчатки. Так, можно даже на руки одеть перчатки, оставить кисти. Но вот как это все будет анимироваться, не знаю. Так, вот эти плечи, их симметрия мы поднимаем. Все-таки спортсменка будет, чемпионка, комсомолка. Так, таз меня устраивает. Единственное, меня не устраивают задние пышные формы. Потому что спортсменки, они как накачанные. Лопатки меня устраивают. Все это дело подкорректируем. И теперь делаем Play Build Up. И все по прошлым роликам. Накидываем X-симметрия включена.
Опять же, на двоечке я люблю работать с этой кисточкой. И вот так мы это все дело накидываем. Вот так. Так. Большая грудь, в принципе, не должна быть, потому что, ну, все-таки спортсменка. Как она будет боксировать, если у нее, допустим, пятый размер груди, да? Так, здесь вот низ делаем. Вот, чтобы как капелька это все дело вытянутое было. Здесь добавляем мышцы. Вот эти вот. Вот таким вот образом. И чуть-чуть вот докидываем кверху вот эту грудь. Здесь сглаживаем. Так, здесь еще раз сглаживаем. Намечаем ей немножко ребра. Так, тоже сглаживаем. Здесь по-любому она спортсменка. Лопатки у нее будут. Ну, как сказать, закрытые все равно. Здесь же мышцы, она же боксирует. И телосложение у нее должно быть, ну, как спортсменки. Недохода какого-то. Так, здесь вот тоже мышцу мы докидываем. Здесь накидываем жирка. По-любому он будет. Здесь накидываем заднюю нужную важную мышцу. Вот эту, потому что гордость и предубеждение. Так. Вот так все это дело здесь происходит. Теперь вот что. Здесь у нее будет по-любому тазовая кость. Здесь у нее тоже мышца. Так, здесь шифтом мы выгладим тоже. Здесь помягче сделаем. Выявленные сильно нам мышцы не нужны. Но крылья присутствовать должны. Вот так вот. Чуть-чуть вот так накидываем. И на эту часть, вот на лопатку, здесь тоже мышцы уходят. Плечи у нее, конечно, должны быть побольше, потому что она дерется. Она дерется! Так. Вот бицуха. Бицуха не обязательно. Так. Ну, в смысле, чуть-чуть мы ее сделаем. Ноги, в принципе, оставляем. Чуть-чуть накидаем колени. Здесь чуть-чуть накидаем мышцы вот эти складки. Здесь идет центральная. Так, здесь идет бедренная. Так, все нормально. Вот здесь она еще чуть-чуть побольше. Здесь у нас впадина. Через Alt делаем впадину. И накидываем вот эту часть. Тоже мышцу. Вот сюда вот ее. Но опять же, телосложение у нее должно быть, ну, женское. Это у мужика можно там большие, допустим, вот эти ноги сделать, там еще что-то. Я хочу, чтобы она была женственная. Так, ноги оставляем. Здесь все выглаживаем. Так, зад. Все это сглаживаем. Спину смотрим, сглаживаем. Тут тоже сглаживаем. Бедра сглаживаем. И получается у нас вот такой внешний вид. Вот такой вот. Так, теперь что еще можно сделать? Угу. Чуть-чуть вот эти бедра вниз. Чуть-чуть крылья прибавляем, грудную клетку прибавляем, а вот здесь чуть-чуть пусть еще будет потоньше. Так, здесь чуть-чуть пошире, потому что она все-таки боксирует. Крылья чуть-чуть отводим. Вот так. Зад придаем ему форму. Вот так вот. Грудь. Ладно, чуть-чуть побольше сделаем таким вот образом. Так.
И вот эту часть, она в грудь, вот на бок уходит. Вот эти вот, где соски потом и так далее. Так, здесь накидываем тоже массы. Кисточку чуть-чуть поменьше. И вот эту вот штуку накидываем. Так, вот эту. Здесь тоже переходик делаем. Вот такой вот мышцы. Так, опять же выглаживаем и делаем вот так вот подмышку. Выемку. Тоже тут выглаживаем. И вот здесь вот под грудь. Ну, как бы вот тоже чуть-чуть выбираем. Вот так. Здесь вот отмечаем переход на крыло, ребра. Вот тут. Вот. И накидываем так вот чуть-чуть типа ребра. Мышцы. Так вот. Так, опять же повторюсь, не делайте это, ну, если вы, конечно, делаете прям идеально, чтобы у вас совпадали все мышцы, там, не знаю, заказ какой-то у вас, или просто идея такая, чтобы все было четко, то да, конечно, тогда вы каждую мышцу желательно смотреть по анатомии, как, где она находится. Ну, а для персонажа, в принципе, вот таких вот знаний хватает. Вот тут вот пресс, и тут вот пресс. Накидываем просто массу и все это дело сглаживаем. Вот так вот. Так, здесь что у нас получается? Ну, опять же, жировая часть. Вот так вот. В принципе, пойдет. Ноги длинные, тело. Так, все нормально. Вот хочу, чтобы ноги длинные были. Не хочу, чтобы тело было длиннее ног. Чуть-чуть вот можно, конечно, вот эту часть припустить. Не без этого. Так, верх пусть будет типа такой. Это живот чуть уберем. У них в основном, у боксерш, живота в принципе нету. Ребра вот эти части вытягиваем чуть вперед. Так, вот эта часть, да, у женщины подана грудная клетка. Чуть-чуть вот так вот. Так, ну и опять же все выглаживаем. Грудь корректируем, подтягиваем кверху. Угу. Ну, все, в принципе, достаточно. Это потом уже будут корректировки. Пока для наброска достаточно. Так, здесь вот идет вот такая мышца, я уже показывал. Здесь как бы впадина. Так, ладно, лопатки чуть-чуть оставим, чтобы их было видно. И шею вот эту мышцу вот так вот тоже наметим побольше. Во. Вот так вот. Подкорректируем опять же заднюю мышцу. И она уходит вот сюда, вот так вот. Здесь еще идет мышца. И вот такая вот штука получается. Так, все, с этим пока закончили. Потом уже в процессе будем дальше корректировать, добавлять. Мне, в принципе, пока все это набросок устраивает. Вот этот проект мы сохраняем. Файл Save As. Рабочий стол. Пишем боксерша.
объяснили просто, давайте бокс. Бокс пойдет. Теперь нам нужна голова, правильно? Голову я тоже заморачиваться не буду. Я выберу, наверное... Давайте вот эту попробуем. Да, нет. Все, голова в принципе готова. Я сейчас что сделаю? Подправлю Move Topology, подправлю шею. Так, перспектива выключена, нормально. Я подправлю шею. Видите, какая у нее большая голова. Умная, наверное. Нам это, конечно, не помешает. Почему? Потому что вот так уши чуть вперед. Вот эту часть нам тоже не понадобится. Так, лоб пойдет. Голова чуть-чуть у нее должна поменьше быть. Тут еще прическа будет. Так, вот эта часть чуть-чуть подается кверху. Так, вот эти части височные чуть-чуть сюда. И голове к центру как бы вот... К темечку такой вот подъем должен быть. Вот так. Во. А здесь должен быть опуск. Так, лоб. Меня тоже такой не устраивает. Я сделаю ей чуть-чуть скошенный. Так, уменьшаем. И вот что еще хочется сделать. Так. Хочется сделать Анджелину Джоли. Так, сначала скулы мы вытягиваем. Вот так вот. Эти части убираем. Эти чуть удавливаем. Височный. Затылок уводим. Уши. Вот так чуть-чуть. Так, 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 так. Давайте поменяем. Значит, вот эту часть чуть-чуть побольше сделаем. Вытянем вот так глаза. Так, вот эти части тоже повыше. Нос чуть-чуть изменим. Можно даже горбинку добавить. Изменим размер губ. Давайте сделаем так. Попухлее. И нижнюю чуть-чуть побольше. Так вот. Так, нос, наверное, я уменьшу все-таки. Ну что ж это? Вот так вот, во. И чуть-чуть сделаю курносый, наверное. Бэмс. Бэмс. Во. И нос сделаю, наверное, картошкой. О. И ноздри чуть побольше. Так, теперь что еще можно сделать? Главное, чтобы урода не сделать, правильно? Так, ухо, ухо, ухо. А вот ухо находится чуть-чуть не там. Так. Я его, наверное, замаскирую. Ctrl-I. И чуть-чуть приподниму кверху. Вот так вот. Где-то вот так. Вот уже персонаж стал другим. Что еще можно сделать? Так. Давайте-ка еще поэкспериментируем с этими скулами. Челюсть вот так вот чуть-чуть поставим. Теперь вот эту часть чуть-чуть тоже поднадуем, чтобы она пухлее была. Угу. Так, вот эту часть чуть-чуть подадим вперед. Подбородок тоже хочу изменить. Подбородок. Вот так вот. Чуть-чуть пошире. Так, смотрим сверху, как это все дело выглядит. И вот эти части еще чуть-чуть поднадуть. Во! Уже более-менее прикольно становится. Ну вот. Чайник у нее большеватый. Во. Вот теперь чайник меня вроде устраивает.
Так, шея поменьше кисточку, и вот эти части вот так вот. Во. Так, и вот здесь шея. Так, переборы не нужны. Вот таким вот образом. Так. Так, кверху чуть-чуть. Рот. Так, чуть-чуть вот так, наверное. Уши чуть-чуть приподнимем. У женщин вот этот срез не то, что у мужчин, он как бы плавный, так. Нету выявленной скулы вот здесь вот. Вот такой вот. Так у женщин, так подбородок еще. Так. Вот эти части чуть-чуть подаем вперед, потому что когда боксеров бьют, у них почему-то начинает расти вот эта вот часть. Так, здесь сделаем выемку между глаз. Нос чуть-чуть вот так. Глаза. Вот так вот. Нет, глаза, наверное, кверху поднять. Не, это уже не интересно. Так, 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 так. Что мы будем делать глазами? Вот так, наверное, их приподнимем. Draw size поменьше. И вот эту часть чуть-чуть опустим. Вот так. Так, эту часть поближе. И вот тут вот поменьше впадину сделаем. Так, так, так. Здесь все нормально. Вот эту часть еще приподнимем, а эту как бы вот так раз задерем картошкой. Во. Нос все-таки набитый у нее. Ну, в принципе, и все. В принципе, и все. Вот, вот эта голова меня пока устраивает. Угу. Посмотрим, как она теперь будет с прической. И делаем вот такую штукенцию. Значит, голову делаем экспорт на рабочий стол. Freehead. И глаза тоже делаем экспорт. Иси, глаза. Все. И открываем наш теперь проект. Open. Да, нет. Открываем наш проект. Так, вот таким вот делом. Теперь что делаем? Делаем дубликат и импортируем сюда голову Freehead. Так, теперь все это дело их симметрия включаем и Scale, чтобы она ровно по центру уменьшалась. X-симметрию теперь через Alt подводим вот этот гизму и поднимаем голову кверху. X-симметрия и опять же так Ctrl-Z. X-симметрия и Scale. Так теперь. Вот так вот. Так. И вот сюда я. Вот так вот. Проверяем симметрию. Modify topology mirror and well. Это не есть симметрия. Уводим на шею сюда. Вот. Еще чуть-чуть мы ее изменили. Можно голову чуть-чуть даже сплюснуть. Ну, уже прикольно. Так, у нас должен размер головы быть именно вот от шеи по плечо. Здесь вот по одной голове должно помещаться. Значит, это все еще дело уменьшаем. Смотрим, все нормально. Так, все нормально. Ну вот ноги теперь кажутся длинными, да?
Давайте сделаем вот что еще. Сделаем дубликат. И теперь от дубликата будем вот так Ctrl вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, так, семь. Ну, в принципе, все по пропорциям нормально. 8 голов. Вот они. Получается 8 голов. Чуть-чуть поменьше, там 7, 7 с половиной. Ну, нормально, в принципе, что. Все нормально. Теперь голову можно, значит, delete. Окей. И придерживаемся вот этого, вот этой пропорции, значит. Так, сбоку вроде все нормально. Все, зашибись. Намечаем теперь что? Намечаем ей типа как лифт. Вот такой будет. Здесь вот потоньше. А здесь вот так вот. Оп. Перехлестим. Ctrl-Alt. Чуть-чуть это дело делаем потоньше. Так, и здесь, значит, Ctrl так рисуем. Все это дело замазываем. А здесь делаем вот такую штукенцию. Вот так. И делаем экстракт. Это много. Опять же, уменьшаем. Вот это пойдет. Снимаем маску. И через Shift все это уменьшаем. Так. Так, теперь мы что делаем? Делаем теперь Ctrl и делаем шорты. Вот так, вот так, вот так. И делаем экстракт. Делаем accept. Так, шорты есть. Потом здесь ремень еще добавим такой, веревочки какие-нибудь. Вот и в принципе все, что нужно для боксерши. Еще ей нужны именно кроссовки и волос. Так, давайте вы меня спрашиваете, как сделать волос. Я уже показывал. И опять же используем кисточки. Так, сначала маску снимем ненужную. Выберем опять же голову. Так, делаем дубликат. И добавим сразу именно вот эти глаза. Это значит импорт. И добавляем эти глаза. Так. Все это дело мы, значит, опять же уменьшаем. Подводим. Так. Ctrl-Z. Не шатаем. И подводим все это дело к персонажу. Таким вот образом. Тенс.
Так, поближе, чтобы все это дело видеть. И Skyl. Реклама меня убьет. Так, что у нас тут получается с глазами? Куда они исчезли? Так, вот зубы попали, глаза. А вот глаза не попали. Так, вот глаза вот так. И значит, еще раз уменьшаем. Так, еще немножко уменьшаем. Ну, в принципе, вот так уже будет нормально. Так, еще раз, наверное, поменьше. Так, прозрачность поставим. И уменьшаем тогда еще раз. Tense. Подгадываем, подводим. Вот так. Чуть-чуть пониже. И еще раз уменьшаем. Это уже многовато. Значит, прибавляем. Так, и уводим вот сюда в бок. Вроде зубы попали, но они нам... Если анимация мимики будет, то, в принципе, можно оставить. Так, чуть-чуть, наверное, кверху. Вот так, чтобы страшная не была. Чуть-чуть в бок. Глаза что-то маловатые стали. А ну-ка, смотрим. Так, и вперед их подаем. Tense. Многовато, чуть-чуть назад. Вот так вот. И чуть-чуть в бок. Во. Так, теперь делаем Mirror and Well. Геометрии Mirror and Well. Почему-то не попадает. А должны были попасть. Так, фур. Ctrl-Z. Чуть-чуть делаем их побольше. Челюсть побольше. Так. И уводим вдаль. Делаем Mirror and Well. И N. Тогда с головой у нас неполадки. Делаем Mirror and Well. Все. Вот теперь голова по глазам выровнялась. N. Включаем глаза. И опять же попробуем их чуть-чуть дальше увести. Во. Все. В принципе, глаза нормально. Смотрим, чтобы они не соединились. Они не соединились. Все нормально. Зубы все нормально. Все пойдет. Так, персонаж почти готов. Добавляем теперь прическу. Прическу я тоже добавлю именно уже готовую, а потом ее чуть-чуть доработаю. Выбираем нужный волос. Это что у нас? Он должен быть собран именно назад. Делаем дубликат головы. Дубликат и вытягиваем волос. Так, кисть стандарт. Перекручиваем, подкручиваем, подгоняем. Здесь уже мира, в принципе, можно сделать, но он не подойдет. Волос должен быть у нас отдельный. Если только это не каре. Так.
Ну, давайте сделаем его именно зеркальным, да? Так, делаем вот эту часть, надо отвести подальше волос. Ее можно потом поменять, как бы в другое место отвести, там задрать кверху. Так, вот эту часть мы тоже приподнимаем, корректируем. Так, так, так. Что у нас с этой частью? Тоже ее уводим. Так, так. И делаем геометрии Mira and Well. Так, вот эту часть, что у нас получается, мы ее сглаживаем. И челку, так, Dynamesh еще сделаем, чтобы тянуть нормально можно было. X-симметрия. Поправляем, корректируем. Что такое? Ctrl-W, отделяем саптулы, делаем теперь Del Hidden, а вот теперь делаем Dynamesh. Tense, есть. Так, это все подгоняем. Здесь уводим. И нужно вот эту часть, вот височную, вот вытянуть сюда. Эту вот так. Эту, наверное, чуть-чуть сделаем попышнее. Здесь чуть-чуть приберем. Сейчас сделаем челку. И вот эту часть тоже поменьше сделаем вот сюда, вот так. Ну, в принципе, ничего так нормально. Выглаживаем все. Это будет как наметка. Так, вот это что тут получается? Вот так. Все нормально. Добавляем теперь кисточку Load Brush и добавляем волосы. Так, не этот Hair. Кисти Hair. Так, добавляем волосы. Выбираем какую-нибудь часть, вот побольше где. Уменьшаем кисточку и, по-моему, как обычно, нужно рисовать вот отсюда. Тенс. Да, отсюда и рисуем. Подкручиваем, тут потом подкорректируем. Снимаем маску. Опять рисуем кисть. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Рисуем, значит, вот отсюда. Вот так вот, раз, и пошла на кверху.
Теперь делаем дубликат и удаляем вот этот волос сам. Вот так вот. Геометрии делаем Del Hidden. А здесь, вот на этом персонаже, удаляем весь волос. Так, это значит... И жмем Del Hidden. Также уберем вот это то, что потянуло. Так, это вот так. Все нормально. Делаем Del Hidden. И вот к этому волосу. Так. Вот так вот раз. Вот этому волосу делаем теперь дубликат. И попробуем этот волос чуть-чуть. Значит, перекрутить. Вот так вот. Еще больше перекрутим. И вот сюда вот как бы подставим. И немножко еще перекрутим вперед и уведем вдаль. Делаем Mirror and Well. Вот теперь у нас двойной получается волос. Включаем видимость. Так, этот включен. Опа, я и тут волос удалил. Да, идите копать. Значит, тут вот этому волосу делаем Ctrl-Z. Делаем вот этому Ctrl-W и всему волосу, чтобы стала одна полигруппа, чтобы можно было ее теперь удалить. И делаем геометрию Del Hidden. Смотрим, что да как. Все это дело включаем. Включаем волос. И волос теперь корректируем. Так, вот это тоже включим. Так, тоже пусть остается, чтобы как бы закрывал какие-то детали. Вот здесь можно понизить уже его. Вот так вот. Так, здесь у нас что с волосом? Так, нижняя часть куда-то пропала. Не беда, мы его сейчас доделаем. Делаем опять же вот по этому волосу. Здесь вот так вот. Геометрии делаем ему Mirror and Well. Выбираем опять кисточку, значит, Higher. Теперь только другую выберем, вот эту. И попробуем еще немножко все это дело порисовать. Так, это теперь волос идет кверху. Так, Ctrl-Z. Этот волос мне не нравится. Выбираем, который был. И этот вот сюда, вот так волос ведем вот так. Подсаживаем его к низу. Снимаем маску. Опять же, от него ведем вот сюда. Снимаем маску.
Так, ага. И вот так сюда теперь ведем. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Побольше тогда вот так вот заводим. И есть такое дело. Так, и середина. Обязательно середина. Так, здесь он уже маску надо снять и вот так вот вести. Ну все, это наметили. Теперь нужно сделать вот этот волос. Так, Ctrl-Z. Снимаем маску и здесь уже будем. Так, здесь уже посложнее будет. Так, если мы вот так вот будем вести, но подальше. Во, вот так уже нормально. Снимаем маску. Опять же, вот так, вот так, вот так. И подальше его заводим. Лучше потом его уменьшить. Так, вот здесь вот нужно чуть-чуть его распрямить. Так, это здесь мы его потом можем обрезать. Так, вот так мы его ложим. Угу. Или увести потом куда-нибудь вглубь. Так, снимаем маску. И опять же, вот так вот раз. Угу. Нормально. Снимаем опять же курву эту. Сюда рисуем, снимаем курву. И рисуем еще вот так сюда, прям нахлестами. Так, вот эту часть можно чуть-чуть подкорректировать. Ну, вот так вот поставить. Угу, все. Снимаем маску. И будем теперь все это дело поправлять. Так, вот таким вот образом. Выбираем Mob Topology, кисточку побольше. Выбираем какую-нибудь полигруппу. Где-то что-то вот уводим. Где-то что-то надуваем. Так, вот эта часть тоже еще снизу надо будет какую-нибудь добавить. Вот эту волосюшку. Так, поменьше кисточку. Все это дело опять же усаживаем. Делаем Mirror and Well. Вот, уже прикольно. И подбираем вот эти косяки. Какие нужно волосы уводим вглубь. Вот так. А те, которые вот как бы внахлёст идут, мы их выводим вперед. Так, вот это вот этот волос выводим вперед. Вот так вот. Раз. Так, есть такое дело. Ну вот теперь еще в чем проблема? Нужно вот эти вот волосы. Так. Вот это мы сделаем Del Hidden. И вот этой будем поправлять вот эти волосы вот сюда. Чтобы замкнуть вот эту середину. Так, вот этот волос замыкаем. Это будет у нас основной первый. Основной вот сюда. И тут его как бы еще поднадуем. Вот так вот. Во. Так, теперь красную полигруппу уведем вглубь. А синюю вот эту чуть-чуть подзажмем. Вот сюда. И все это в косичку. Вот таким вот образом. Так. И поменьше.
куда нам такая коса, вот эту часть, вот эту полигруппу, вот эту. Все это дело вминаем и компонуем, как бы, чтобы, ну, прическа, что ли, была. Вот так вот здесь вот растягиваем. Во. Делаем mirror and well. Теперь получается, что вот эти нижние мы маскируем, чтобы они не двигались. А вот эту часть гизмо сплюснем. И опять же mirror and well. Так, многовато. Многовато. Во, вот это уже нормально. Так, так, так. Вот эту часть приподнимаем. Эту, значит, чуть-чуть вдавливаем. Эту тоже в желтую уводим. Красную усаживаем поглубже. Вот таким вот образом. Так, смотрим, что у нас. Вы видите, что вот здесь у нас нет, опять же, волоса. Не беда, мы вот этим волосом его компенсируем, закроем. Вот так вот. Раз. Так, и центральный вот этот раз тоже подзакроем. Потом часть какую-то пролепим. И в принципе должен получиться. Так, вот эту желтую выводим вперед. Вот так надуваем. Так, что тут синий получилось, синяя вглубь сильно ушла. Ну, здесь вот снизу можно вот так вот поднакидать. И mirror and well. А что, все готово? Иду. Ну а теперь какие-то уводим, какие-то опять поднадуем, чтобы здесь мал-мал был нормальный рисунок. Так, снимаем маску и вот эти части тоже. Раз, подтягиваем вот сюда вот. Ну вот и все. Теперь осталось все это дело поднадуть, выделить кризы, и будет, в принципе, нормальный волос. Так. Делаем перерыв. В следующем ролике уже будем доделывать, добавлять перчатки, чуть-чуть мышцы. Вот здесь вот руки чуть-чуть переделаем и так далее. Добавим кроссовки, и будет все нормально.